А петь участникам клуба замечательных людей хочется всегда. Поэтому открытию караоке-студии в Центральной библиотеке были очень рады. Тем более после ремонта в актовом зале учреждения для музыкальных занятий есть вся необходимая аппаратура. Как объяснила руководитель проекта Анастасия Терно, вокальное направление – это как продолжение тематических встреч, которые с удовольствием посещают жители золотого возраста. Кому что интересно, мы можем посмотреть, там они мне скажут, давай сегодня посмотрим фильм 30-го года, вот я его нахожу, мы его посмотрим. Либо обсудим какой-то там праздник, Пасха, обсуждаем, что к Пасхе, обсуждаем писателей, ну, просто о жизни. Вот просто, чтобы людям было где выговориться. Они всегда же находятся, те, кто вот их выслушает дома, устают, там родные устают, с работы приходят. А здесь они расслабленные приходят, горячий чаек согрелись, поговорили, поели вкусненько. Наталья Васильева всегда была творческим и активным человеком. 7 лет занимается танцами. Да и сейчас в прекрасной физической форме. На занятиях не только поет, но и прекрасно двигается. После переезда в город Видное Наталья Викторовна стала искать, где можно интересно проводить свой досуг. Кружки Центральной библиотеки идеально соответствовали ее предпочтениям. Я когда приехала жить, то начала тоже искать, что как. И ходила, узнавала, где находится библиотека, так как люблю сама читать и кое-что сочиняю даже немножко. Здесь познакомилась с хорошими людьми и ходила даже в детский кружок, чтобы еще больше узнать о стихосложении. С Зименковым познакомилась. А потом девочки сказали, что здесь есть вот долгожителей собирают. И я начала ходить понемногу тоже сюда, на занятия. Еще одна начинающая вокалистка Зоя Круглова рассказывает, что в ее семье всегда любили петь. На занятия приходит с удовольствием. В ее репертуаре композиции из советских фильмов и лирические песни. У меня очень хорошо пела бабушка, мама моя. Она и сейчас поет с ней, записалась на память. И поэтому мы очень любили петь и любим. И у мамы муж играл на гармошке. И на любом инструменте мог играть, не учась нигде. И поэтому мы всегда отмечали праздники, весело, задорно, как говорится, всегда с музыкой. Пение караоке – это отличный способ улучшить настроение. Кроме того, исполнение любимых композиций позволяет выразить чувства и эмоции. И в этом случае совсем не обязательно обладать совершенными вокальными данными. А петь вместе с друзьями в большой компании еще веселее. Так что обязательно воспользуйтесь этой возможностью и посетите клуб «Сейчас спою». Мы вас всех приглашаем. Тут не нужно уметь петь, тут нужно просто уметь улыбаться и получать хорошее настроение. Приходите к нам обязательно каждую среду. Можете прям приходить в 2, и у нас 3 мероприятия подряд, одно из них караоке. Ждем вас с удовольствием. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.